В Димитровграде в сфере культуры работает около 500 человек. Это люди, преданные своему делу, умеющие показать прекрасное и рассказать о нем, как никто другой. В Димитровграде, безусловно, трудится очень творческие, как теперь нынче модно говорить, креативные люди. В этот праздничный день представители культурного сообщества были награждены почетными грамотами губернатора Ульяновской области, регионального министерства искусства и культурной политики, а также главы города. От всей души, от себя лично, от администрации города Димитровград поздравляю вас с предстоящим праздником. Конечно, желаю вам в первую очередь здоровья, счастья, любви, творческих успехов. Потому что, как сказал профессор Григорьев, директор филиала РАНХИКС Ульяновска, что креатив только делают два ученые и работники культуры. За информационную поддержку и профессиональное освещение культурной жизни города благодарность вручена и нашей телекомпании «Дим ТВ». Марина Антуганова, Леонид Рыбников. «Наше время».